Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть это Майнкрафт вместе с Брейном и дядей Женей. А мы поставили себе текстурпак. Не спрашивайте, какой, потому что мы не знаем. Это карта. Дядя Женя сегодня нашел нам интересную карту. Расскажи о ней немножечко. Да, сейчас посмотрим. Вообще называется Большой остров. Остров невезения в океане есть. Да, и кажется, мы его нашли. Нашли, да. Каким-то образом нашли. И вот сейчас будем смотреть, что здесь и как вообще. На самом деле, все начинается сверху. Вы должны приплыть на лодке к водопаду. С водопада вы падаете сюда. И тут вы ищете свое спасение. Так, я предлагаю двигать. Поплыть. Получается кораблекрушение, поэтому... Ой, смотри, а что это такое? Где? Там? Вот, смотри. Это, видимо, что-то от кораблекрушения, какие-то барахло осталось. У меня есть дубовые доски, у меня есть палка. Я так понимаю, еще камешек найдем, и можно скрафтить себе кирку. Японский бог, а гейммод-то мы с тобой не отключили, фейл. В смысле нет. Ну, у нас творческий режим в данном случае. А что ты так расстроился-то? Нет, что ли, я думаю, это... Хорошо, можно включить... Так, сейчас пропишем. Давай пропишем. Гейммод... Какой, ноль ставить или какой? Да, наверное, сейчас. На чем напишешь? Что пишет? Сюрвайвер. Вот все, видимо, так как-то. Хорошо, будем тогда выживать. Я просто думал, что у нас на творческом будет. Я что-то подумал наоборот. Просто мы таким образом будем быстро дохнуть, и хочется именно повыживать. Я даже сейчас... Как ты там говорил, таймсет, да? Таймсет, ага. Я уже помню, мы тут с дядей Женей... Да, смотрели. Оцелот, где мой оцелот? Где мой оцелот? Что ты сделал такое? А я нашел, вот в сундучке. Круто. Да, очень ведро есть, круто. Есть нитка, есть уголь, есть сырая рыба, есть лопата. Так, ну что, ставим гейм-мод тогда 2, наверное, да? Это что такое? Написано? Нажми. Adventure-мод написано. Так, я просто не хочу... Да, давай, Adventure-мод, нефиг там выживать, иначе закокошит быстренько нас. Так, ты все забрал, да? Да. Так, что-нибудь скрафтить можно? Кнопку. Я могу из обычных дубовых досок кнопку, мне она пока не нужна. Палка наверное, пока не палка, надо. Палка Брейна. Палка Брейна, да. Было дело. Было. Лопата у меня есть, смотри. Че, не ломается? Лопатка есть. Да нет, это палка ничего. Давай камень найдем, чтобы хотя бы кирки сделать. Смотри, что-то написано. Да, давай прочитаем. Start here написано. Начните здесь, да, типа старт тут. А что, надо нажать что-то? Ой, блядь, опа-па! Да я правой кнопкой нажал. Я провалился, окей. Map info, objective. Так, тут у нас, походу... Бля, я видел твою голову изнутри. Санкин Айланд. Подожди. Я хочу посмотреть твою голову изнутри. Ты такой... Я уже посмотрел, у тебя секси. Глаза, уши вижу. You sexy and I know it, да? Так, давай читать, что тут. Так. Не используйте какие-то там предметы, не убивайте няшных овец. Будьте добры с овечками, написано. Да, не убивай няшных овец. Играйте только на нормал или харде. Да, нормально. Научиться. Нельзя читерить, хакать, макать. Да, тут такой, знаешь, идет именно... Строгий, да? Во-во-во. Слышал? Да. Ух ты, нихуяшечки. Что-то какой-то мистический звук. Что-то мне как-то сыкотно слышу. Сейчас выплазим. Добро пожаловать на Санкин Айленд. Created by Inhaze. Мы тебе передаем большой привет, кто бы ты ни был, поэтому... Hello, Inhaze. В дымке ник переводится у него. Он в какой-то дымке, походу, всегда... Поэтому создают такие... Так, ладно, тут нам рассказывают, что куда, что как. Тут можно, видимо, подняться, да? Да, это обратно мы с тобой как бы... Ты вышел уже, что ли? Я зашел в водяной поток, я так понял, не-не-не, тут не пройти, походу. Не вариант, да? Да, тут по лестнице. Ну, лестница. В общем, с лесенки надо, да? В итоге. Кейна. Блин, забавно, смотри, как они сделали воду, да, вот это? Вообще красиво. И меня, знаешь, что смущает? Вот тот вот блок на дереве... Мне кажется, что это довольно чудно. Так, вон, смотри. Коровка. Корова, а на ней мухомор растет. Грибные коровы какие-то, да? Раз пошли на дело, коровку захотела. Посмотри мне в глаза, друг мой. А чего отвернулся-то? Бля, она гашеная. Слушай, я, в принципе, всегда думал, что коровы, которые балуются мухоморами, они... Что? Свинья застряла в паутине, да? Освободить, может, ее надо, нет? А ты лишаешь паука обеда? Ах, ты бесстыдник, сволочь, бастард! Она думает, какого хуя приехала два долбоеба и машут, короче. Так.
Слушай, сделай мне кирку. А может, я сам сделаю, им ко мне камешек надо. У меня даже дерева нет, если честно, поэтому... Дерево? Так дерево можно найти. Да, ну что корову-то... Ой, какую-то свинюшку-то будем освобождать? Нет, выходи, выходи, хороший. Хороший баранчик, хороший корова, смотри, как зовут. Хороший корова, так. Глазки симпотные, корова, конечно. Глазки симпотные. Так, вон я вижу камень, кажется. Привет, хорош. Да-да-да, камушек. Но нам надо сперва... Да нет, этой палкой я буду долго добивать. Давай на дерево сперва забубеним, потом будем... А дерево не ломается, друг мой. А что-то как-то странно, да? Тут нельзя, видимо, мне тоже не ломается. Видимо, да. Видимо, надо искать вещи на этом острове. То есть мы, получается, после кораблекрушения с тобой, и надо нам сейчас все это дело искать разведать. Да, ребятки, это, да, не ломается. Даже земля не ломается. А может, из-за того, что я мод такой поставил? Слушай, мод, нет? Смотри, здесь все рассчитано. Взял я лопату, и лопатой я выкопал свинье дорогу. То есть я ей помог. Я могу копать землю только. А ты еще можешь себе могилу вырыть. О, тихо-тихо. Я же тебя могу ударить, оказывается. Да, не надо, не надо. Так, пойдем туда дальше куда-то. Смотри, с острова здоровенный. Смотри, вулкан, метеорит падает. Черт. Хоть я и не живу в Челябинске, но что-то я чеканул сейчас. А, ладно. Настолько суровый город, что аж метеориты падают. Да. О, ты куда-то поднялся. Если вы подумали, что это баянистная шутка, да, дядя Женя, ставьте лайк, да? Так, ну что, отсюда можно осмотреться. Да. Давай пойдем, смотри, вон там какая-то башня прямо вот там, смотри. Где? Я вижу только твою будку, называемую головой. Вижу башню, да. Да, вот туда, наверное, давай пойдем сперва. Сейчас посмотрим, что тут есть. Может быть. Или как-то, или вулкан. Так, ладненько, аккуратно, чтобы не сдохнуть. Ой, я так по лиане мягко спустился. Мы можем, конечно, поставить режим творческий, там, по-моему, можно, да, делать все это. Крушить, да, можно, конечно. Будем летать, но мне кажется, пока, наверное, нерезонно так делать. Пока никто не нападает, видимо, хорошо пока. Так, по берегу, да, или поплывем? Слушай, реально бить нельзя. Нет, лопатой могу копать, смотри. А ну, ты ее где, в сундуке взял, да? Да, да, в сундуке. О, вот, какой-то арка какая-то, смотри, интересно. Mm-hmm. Как. Аря-арк. Ашпичит за арку. Да, сейчас посмотрим, что там. О, смотри, что тут есть. Че-че-че? О, это железо. Mm-hmm. Ну, я думаю, что лопаткой ты, наверное, далеко не уедешь. Видимо, кирке нам надо искать. О, смотри, какой разлом там между водопадом. Или мне это глючит просто игра? Разлом между водопадом? Смотри, посмотри вот туда, направо. Вот, смотри, вон. А, нет, заполнился. Это у меня, видимо, не дорисовалось. Вода. Ключок, просто... да? А, мне кажется, то лава, наверное, да? Что-то типа маленького вулканчика. Я не знаю, что-то красненькое. Сейчас пройдем, посмотрим. Пойдем, ой, да. Блядь. Тише. Так. Аку, папу, ты послушай. Тише. Так. Ой, у меня даже какая-то броня появилась. А, ну да, я же одел шапку и мономах, и кольчугу бомжа. Поэтому надо... Кольчуга бомжа. Кольчуга. Ой, что только не придумай. Так, это не лава, значит, да? Это какой-то песок, наверное, да? Это глина. Глина даже. Нам нужна глина? Давай глину соберем. А что можно сделать из глины? Глечик, ёпта! Глечиков наделать себе, да? Кирпичиков можно наделать. Слушай, бери глину. Я, конечно, понимаю, что из глины кашу не сваришь, да, как из топора. Но что-то, я думаю, тут будет. С голодухи слопаешь и глину, как говорится. Да. Че, больше сундучков пока не видно, Milky Way? Ой, печалечка, да. Так, а с помощью лопаты ты каменные блоки, конечно же... Нет, я только могу землю пока... О! Смотри, тыква. Айда тыковки, шибанем, наверное. А, нет, никак. Слушай, извольте, сударь. Тыква не берется. А слушай, давай я проверю на гейммоде. Давай, ну на гейммоде-то в любом случае, мне кажется, можно будет, хотя... У нас ноль был, да? Да, вот survival у тебя теперь, ну-ка попробуй. О, нет? Теперь можно разрушать. Ага. Вот оно как. Что ты написал, какой гейммод? Один. Один, окей, ну-ка, пробуем. О, да, тыква ломается, но... Угу. То есть... Ну все, теперь, получается, и блоки можно разрушать, да? Но нажми Е, у тебя все блоки как в креатив режиме. Что-то значит не то это. Я так понял, да? Нет, все нормально. Нет, у меня почему-то нажимаешь букву Е, и там все креатив. Все блоки есть, все вещи есть. Поменяй режим просто. Так, какой надо нажать? Так, ну что, давай Game Mode 1 проверим. Я один только что и нажал. Креатив это написано. Ты, да, это креатив. А надо какой? Ага, все блоки есть. И лома... Так можно ломать, смотри, все, без проблем. Ну, конечно, креатив, конечно. Собак, да, так, это ломается. Один был, да, у нас? Да. Значит, ноль попробуй. Так, давай ноль. Ну-ка. Survivor, да.
Вот. Вот так работает. Ломается. Вот теперь от... вот, и можно. Это, может, украть. Какой-то глюк был, может, нет? Кстати, можешь одеть тыкву на голову, я в комментариях читал. Сейчас попробуем. Это давай тыкву на голову. Интересно, так, тыкву на голову. О! А как ты говорил, менять вид? F5. F5, сейчас попробую. Офигеть. Можешь меня посмотреть. Да я на себя смотрю, так, давай. Камера. Тыква брау, называется. Тыква броу. Чудепично. Так, ладно, друзья, мы... Да, разобрались. Теперь наша первоначальная задача сделать, наверное, кирку. Раз мы можем уже блоки разбивать... Да, вот теперь давай дерево. Теперь смотри, что это у нас такое. Деревце нужно сперва добыть, да? Чтобы сделать... Да, делаем дерево. И надо, конечно же... Наверное, что там, кирку еще у вас? Кирку, верстак. Железо надо. Верстак Жир... делать. Да. Давай, дядь Жень, давай. Тыквоголовый мой, да? Тыквоголовый, да. Пампкинхед. Ой, хочешь, я тебе шлем дам? Давай. Подожди, мне кажется, с тыквами няшно. С тыквами, да, давай уж с тыквами ходить. У тебя, кстати, шлем. Вместо сосочков два глаза моргающих. Ну, у меня, наверное, тоже. Сиботно моргает, кстати. Так, вот, верстачок готов. Да, давай поставь верстак. У нас дядя Женя по крафту. Давай. Давай. Я, в принципе, знаю, как эти крафтить все, но мне больше нравится наблюдать. Саженцы дуба не надо? Нам скидывали. Наверное, каждый второй зритель Майнкрафта посчитал своим долгом скинуть нам Викикрафт этот, да? Куча всяких страниц, да, где как это все делается. Но гораздо ведь интереснее самому узнавать, как это все делается. Естественно. У тебя уже кирка в руках. Да, сейчас я не еще могу не нарадоваться. На я ради этого даже саженец дуба посадил. Пусть растет дубочек, да? Да, может, через лет... А дуб обычно долго растет. Минимум лет 100, по-моему, если не ошибаюсь. Только тогда дуб начинает становиться мужиком. Мужской дуб? Дуб мужиком. А и женский дуб? Женский дуб, блядь. Очагана дуб. А там, по-моему, было написано блоки не разрушать, да? Ну, мы, конечно, пойдем вопреки. Здесь, потому что железо смотрели же. Давай железо, фига. Давай, конечно. А, нет, не получается, надо каменную сперва кирке сделать. Вот камень сейчас будем долбить. Давай, давай, сделай. Потому что деревянная кирке это... Так, а дом надо будет строить нам, нет? А то сейчас понабегут здесь некоторые... Ой, вот, ой, смотри, какая лажа выбежала. Ой, это же это, блядь... Как чешуйница. Помнишь, чешуйница, да, точно. Мы же с тобой... Во-во, смотри, тут много. Знаешь, так прозвучало, как будто, ой, трипер. Да, кстати. Чешуйница. А что она здесь? Не убивается-то? Есть такая. Мочи, мочи, вали, вали. Коза Ивановна. Коза Ивановна. Все, готовлен. Так, значит, первый дом какой сделаем? Блин, у меня кирка сдохла, пойду делать новую. Давай из камня, наверное, раз камень есть. Почему бы не сделать камень? Ты так, бедняжка, печалился. Ночь, кстати, наступила. Так вот я быстрее тороплюсь сделать. О, там за этот, блядь, я только чай хотел отпить. К тебе скелет идет. Ой, чика-чика-чика. Чика-чика-чика-чика, бабоны. Побежали. Побежали, наверное, на скалу. Бля, зомби появились. Жесть. Давай наверх. Ко мне давай. Наливай. Давай вверх. Тихо, он стреляет. Смотри, стреляет, собака вокруг ходит. Жизнь не восстановится, я пойду его долбить сейчас лопатой. Давай я переключу на... Я его пойду долбить лопатой, давай. Японский городовой. Survival мод ты поставил, блин. Меня да, убьет. Еще хуже. На, вы я опять давай. Очнулся на корабле. Да, серьезно? Ну? А я пока могу побить зомбари. Давай пока побей, я сейчас найду путь к тебе как-то. А, у нас не все. Совсем честные виды прохождения, но чуть-чуть, играем да. как умеем. Так, у тебя веревка, по-моему, была почему-то. Ой, там много всего было, и нить там, и что там только откуда не было. Откуда у тебя это все? Ну, с этого, с сундука, и вот в сундуке в основном была веревка, броня и еще какая-то шляпа там была. Так, да, довольно много вещей. Кожаные штаны. Шмоточник. Воу, тихо, мой хороший. Плыву к тебе. Крипер. Крипер пришел. Что такое крипер? Это дед. Тихо. Как его шибануло-то. Да, нормально. Ты понимаешь, что очень много здесь вражины? Очень много. Мы просто по незнанию и потому, как мы умеем играть. О, да. Смотри на небо, смотри, какое шикарное небо. Слушай, я раздатчик нашел. Какой раздатчик? Такая хрень, именуемая раздатчиком. Сидор? Типа тоже что-то крафтить можно. Я так понял, там стрелы можно накрафтить. Сидор, что ли? Слушай, тут очень много врагов, на самом деле, на этой карте. Ой, дождь пошел. Да, дождь-то пошел, но...
Обалдеть. Какие-то странные вещи происходят. Вот это хардкор, еще и дождь пошел. Кстати, мы со скелетом тут негодуем просто. А, да? Вы негодуете из-за дождя, да? Ты телепортнуться не хочешь ко мне? А я бегу уже к вам. А не проще ТП был, ТПшница? Блин, а что-то я не подумал. Реалистично пополз. Через все... Ой, сколько здесь этих? Я же говорю, мобов немерено просто. Блин. Я негодую вместе с крипером уже теперь. Ой, еще взрывается все. Так может быть, ты проще гейм-мод пропишешь нулевой? Может, тебя опять убьют. Там, а тебя не убивают, что ли? Не, я бессмертен же. Ух ты, блин. За тобой два крипера, зомби, паук, скелет. Охуеть, можно. Какой гейм-мод? Один надо набрать? Ноль, по-моему. Ноль, у меня аж только что ноль стоял. Ваш режим изменен на сурвайвл. Так, а вот так все сделаю. Креатив. Во, вот это другое дело. Давай, ТП-шься, бро. Да, слушай, точно, там так. Какой-то хмырь красный подсвеченный. А он летает как со скоростью света. Ого. Я просто не всех мобов здесь знаю в этой игре, поэтому... Подожди, что-то я не могу тебе ТП-шиться даже. Как пули резкие. А, Барин Дит написал. Барин. Барин Дит, блядь. Это что-то новое. Ты кто? У тебя как ник? Барин Дит? И кто такой? Я Барин Дит. Барин Дит? Барин Дит. Не могу. Так, ну что у нас тут есть? Все окей. Так, кирке золотой, это нам не надо. Алмазный меч, детка. О, алмазный меч? Это найсово. Это вообще заебись. Рыбой тебя, паук. Воблой тушеной, еб. Тушеной воблой я тебя буду бить, бля. Та-да-да-та. Так, вот это мне нравится. Хочешь, я тебе селедки по хлебальнику пропишу? А, бля, что ты делал? Я как бог. Ты на Жанну Агузарову похож. В этих снарядах. Я полетела, да? Я улетаю. Что-то алмазный. Здесь мобов, я смотрю, вообще не меряю. Тебе не кажется, что их многовато здесь, да? Сейчас, когда день наступит. А знаешь, что надо делать? Нет. А, ну да. Сударь, не мне тебя учить, ты понимаешь? Действительно. О чем вообще речь, да? Гениально. Слушай, какое-то новое существо, Гаст. А, Гаст, мы видели Гаста, да. А, это большой белый такой, квакающий. Как детишки плачут. Барин Дит. Барин Дит, это было вообще эпично. Барин Дит, блин. Оцелот, а где мой оцелот? Я не могу. Бля, смотрите, глаза паука, они полны добра и счастья, у него... Он плачет. Два гребаных ублюдка. Что же вы наделали? Да, примерно так. Костя с миром. Так, ну что, остров, давай пропишем хорошую погоду. Сегодня у нас не облачно. Сегодня у нас солнце светит. Что там, таймсет? Таймсет, 7 часов. О, все гениально и просто. Так, погнали. Побежали вместе с они смотрят на нас. Вот, смотри, вот этот хрень, по-моему, да. Глаза полны надежды. Раздатчик. Что это такое? Раздатчик? Да, правая кнопочка, глядь. Ой, ничего себе, раздатчик. Раздает стрелы и уголь. Интересно. Можно зажигалку, да, потом? А, из кремния зажигал. А, кремень и кусок железа нам надо. Так, что еще, куда идем? Что-то уже знаем. Сейчас пойдем посмотрим, что ебта. Оцелота ебта. А, катаны ебта. Всем котов, братья мои. Всем котов. А интересно, если их респаунить в воду? Ну, так и будут плавать, наверное. Хуесосинг от Брейна. Смотри, куда они плывут. Куда-то от нас подальше явно. Охренеть. Они знают, в чем соль вся. Самое интересное было открытие для нас, что крипер боится, да, этих котов. Да, вот это да. И писали в комментариях, действительно боится. Мы сейчас что-то сперва не поверили, это наш. Наше барахло. Наша барахличка, да. О. Ого-го, смотри. Печка, смотри. О, а так нет, можно раздатчик было... какой-то. Еще здесь... один раздатчик, да? Да, еще раздатчик. И здесь что? Здесь тоже стрелы. Самое интересное, мне кажется, скрафтить можно, наверное. Было раздатчик, бы очевидно, да, в раздатчик? Скорее всего, да. Ну, Коль у нас... Так, ладно, побежали дальше.
Оцелотик, не хочешь погладить? Давай ему рыбки дадим. Сейчас, как давать? Правой кнопкой, да? Даже не убивай его. Да-да-да, правую рыбку надо ему. Сырую рыбку, плюнь. Не жарит, кстати. А какая у меня? Я не знаю. А у меня сырая рыба. А вот надо поманить его правой кнопкой, потыкаешь. О, смотри, сердечки, видно тебе? Нет. А. Куда ты убежал, блядь, Ктан? Иди сюда. Потому что на прошлом видео я когда-то тоже собачкам давал мясо, то сердечки были. А дело в том, что собаку, по-моему, нет, ты проще задобрить. Стой на месте, просто стой на месте, смотри на него, он сам подбежит. Не, он напиздовал от меня. Да? Предатель. Просто знает, в чем прикол. У тебя маска страшная. У меня маска страшная? Да, у тебя тыка на голове. Так. Поэтому глазки еще моргают. Глазки моргают. Я сниму тыковку. Давай. Так будет эпичнее, да. Так. Надо попробовать корову рыбы задобрить. Задобри, попробуй, но рыбку хочешь? Ой, смотри, корова. Крипер, смотри. Что это было, блядь? А что он взорвался-то? А, ты его ёбнул с этого, да? Ну что, давай сделаем концлагерь из крипера. Давай. Концлагерь из крипера. И окружим их заботой и любовью, да? Не надо, дядя Женя! Дядя Женя, дядя Женя! Не надо это делать! Дядя Женя! Такова соляви, как говорят. Дядя Женя, посмотри на наше упоротое лицо, не делай так больше. Они, знаешь, криперы похожи на существ, которые реально поняли эту жизнь. Они все поняли. Ох ты! Я могу, оживляй, блядь. Я горю. Так. Интересно. Девки пляшут. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, 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 тут пещерка. Ой, ничего себе. Так. Луна, луна. Вода, луна. Да? Ну что, я думаю, пещеру пока рано изведывать. Пока да. А пошли наверх, наверное. Два дебошира приперлись на райский остров. Ну, у нас своя методика прохождения. Да, подожди-ка, карт этому. Слушай, с одного удара можно убить с алмазным мечом. Это же алмазный меч, детка, конечно. Это алмазный меч. На халяву достался, чтобы не убивать. Слышь, детка, это алмазный меч, блядь. Так, что это? Алмазный меч. О, арбузы. У меня не только меч алмазный. Все мои наконечники алмазные, блядь. Все мои наконечники, все мои эти. Отростки тоже такие же. Так, самое интересное, что впереди гора. Кстати, но да. Но мы пока что в остров попробуем обогнуть, да? Умный в гору не пойдет. Умный на гору залетит. Умный оцелота найдет. Вот. Смотри. Оцелота найдет умный? Да. Умный оцелота создаст. У тебя что? У меня оцелота, у тебя. А у меня динамит. А, это было эпично. У тебя оцелота, а у меня динамит, смотри. А оцелот и динамит, они как-то взаимосвязаны, да? Видимо, да, конечно. Это неотъемлемая часть. Хочешь рычаг? Что, прости, я не расслышал. Я искал оцелота, я не могу его найти. Где твой оцелот? А где мой оцелот на самом-то деле? Он бегает, смотри. Точно. Семейство оцелотов. Точно, оцелот бегает. Бля, он даже маленький есть. Действительно. Исправим это. Недоразумение. Где мой оцелот, блядь? Где твой оцелот? Слушай, реально было эпично. Пока ты со своим механизмом там удохался, я уже... Я уже создал крик. Я убрал всю нацию оцелотов с этого острова. Всю нацию оцелотов. Слушай, а дождь не прекращается. Да, может его как-то вручную надо убрать. Муссонные дожди. Weather, наверное, надо написать. Weather, напиши, да. Weather, напиши, weather. Я не потом буду писать weather. Я не так. Потом буду писать. Я лучше посмотрю, как корова принимает водяные ванны. Ага. Как она получит свое вымя, ведь это так сексуально. Пошли, наплоди мне оцелотов. Хочешь, я угадай, как тебя зовут? Хочешь? Барин Дит меня зовут. Барин Дит. Барин Дит. Барин Дит, это вообще эпично было. Так, сейчас появится куча каналов. Всем привет, с вами Барин Дит. Всем привет, с вами Барин Дит. И мы начинаем играть в Майнкрафтище. Учить как надо, да? Это программа животных. Молодая корова принимает ванну.
Ой, нажми на Мы видим, как, я знаю, так и дело. Путник как, с ником Uncle Sam пытается подойти к корове. Что он будет делать? Здравствуй, коровка. Здравствуй, коровка. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Не подходи сзади корове, не подходи. Оп-оп. Так, давайте уберем камеру, пока он там что-то делает. Ты все закончил свои грязные дела? Я бы сходил подоить просто молочка. А, ты сходил подоить, теперь это так называется, да? Да. А, слышь, куда ты пошел? Я пошел доить корову, блин. Знаешь, так в современном мире подошел и сказал, я пошел доить. Кого, да? Это тебе не оцелотов плодить. Действительно. Это зуб прикольный. Эй, пс, да, слышь, такие... хуясь такой. Взорвался. Так. Шум дождя. А концлагерь будем делать? Смотри, солнце светит, и дождь идет. А вот дождь кончился. Ой, бля, шум прошел в ушах. Так, тут была, видимо, детская беседка. Так, что это такое? Тут, смотри, заборчик или что-то? Да, какой-то железный заборчик. Кровать. Круто. Так можно. Ух ты. О. Сундук. О, слушай, мы нашли еще каменная плита. А, смотри, каменный зачарованный топор, эффективность 1 у него. Ого. Это, значит, шикарная вещь. Да. Обалденная. Нарубить тебе. Ага, и сломал сундук, и оцелот туда запихал. Типичный брейн, блядь. Что ты делаешь? Там же оцелоты, что ты делаешь? Зачем? Там же оцелотов много. Оцелот? Пью-пью-пью-пью-пью. Звук такой, да? Да. Пью-пью. Сделай губками пью. Напомню. Так. Нет, 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 оцелотики, оцелотики. Все. Ах ты безбожная ты скотина. Мои оцелотики. Мои оцелотики. Практически как енотики. Я тебя породил, я тебя и убил, да? Нет, к сожалению, или даже, наверное, к счастью, убил их ты. Моих любимых оцелотиков. У меня есть такие полномочия. За это ты отгребешь сырую рыбу по щам. Сырую рыбу. Хочешь узнать такую женщину? Я тебе могу сырую рыбу, блядь. Стой, стой, тихо, я сейчас подойду, занюхаешь. Вас ты где? Кто? Пивас. А, пивас? Да, рыба-то есть, а... Ты еще скажи кальмары и сухарики, блядь. Нет, кальмар, как эти, кольца кальмара. Кольца кальмара. У меня есть кожаные штаны, интересно, отпечаток на лице у тебя будет? Ты так тебя хуйнуть можно? Нет, мы же... Гадс. Гадс? Гадс. Иди-ка отсюда, крипер. Он пошел, он ушел, он обещал вернуть. Теперь этот остров заселен. Это практически как, знаете, населенный пункт. Да. Так, яйцо оцелот снес, смотри. Ой, ничего себе. Яйцо оцелот снес, яйцо. Так, я вижу, кажется, эндермена, по-моему, да? Он пиздит блоки, блядь. Ах, иди работай, сука. Кстати, оцелотом, блядь. Он так делает. Мне это напомнило битбокс, блядь. Я теперь знаю, как ночь озвучивался дно. А как он этих озвучил, интересно, которые квакают, фу, квакают, которые как дети маленькие плачут. Кто? А, да, да, да. Точно. Как зовут-то там? Как бы их ни звали, взгляд этой коровы... О, коровка. О, коровка. Ммм, коровка. Че у тебя там заиграл-то? Гормоны? Что ты корову увидел? Прям так. Темнеть начало? Темнеет, да. Сейчас, смотри, я как бок умею делать время назад, смотри. Корова промычала что-то невнятно. Смотри, слизень скачет. Смотри, слизень скачет. Да. А дырка в водопаде, ты мне говорил, да? Да, вот у тебя тоже, да? Тоже, да. Ага, вот мне тоже не прорисовано. Это, видимо... О, смотри. Слишком много воды. Давай ему оцелотов туда. Давай, и динамит им туда в подарок еще. Слушай, он квадратный, давай просто динамитом его обложим. Ну, пацаны, пацаны, что вы делаете? Смысл жизни просто, поэтому он уплывать начинает, смотри. А, стоять, сука. Не тут-то было, дорогой. Слушай, я внутри него нахожусь. Это как в Индии игрушки играет, знаешь, Владимир? У него такие глаза большие. Ой, он убегает. Тихо, тихо, сиди на месте. А кто убегал, ты там говорил, кто-то убегает. А вот маленькие его отпрыски. А, он мелких ублюдков на это самое, да, надел? Это можно исправить легко и просто.
О, ты заметил, в воде он взрывается. Смотри, и... уничтожается. Угу. Интересно. Давай, взрывайся, кусок дерьма. И рычаги, рычаги не работают, главное. Уже все. Все работает, все гениально просто. Так, ну что, полетели, глянем, что-то на острове еще есть. Полетели, куда летим? Так, ну что, давай на гору куда-то. На горку давай. Остров на самом деле небольшой, поэтому... Ну, кстати, да. Так, смотри, смотри, что тут есть интересно. Смотри. О, вершина. Че там, че? О, а че оно как-то с это... Загадочно, да. Видимо, да. Вершина из воздуха. Вершина из воздуха? Ну да, и оцелот им надо засеять. Да, ты же знаешь, что я очень люблю оцелотов. Повышаем популяцию оцелотов. Да, так, ладно, мы летим дальше, смотри, что тут есть на острове. Так, тут, походу... А, это паутина. А если есть паук, значит, где-то должна быть пещерка, наверное, где он живет. О, смотри, вход. Смотри, какой вход, смотри. Это было эпично. Я думаю, туда мы пойдем, наверное, уже в следующей серии. Надо сделать перерывчик. Да. Хорошо, да, понемногу. А эта карта как она называется? Silent Island какой-то. Санкен, по-моему. А, Санкен Айленд. Санкен Айленд, да. Затопленный остров переводится, в общем. Угу. Мы путешествовали, смотрели. Да. С вами был Брейн и дядя Жень. Веселились, да, по-черному. Я слышу какой-то рык. Ты у тебя жив... Блин. Ой, зомби пришел с лопатой. Шахтер-зомби. Рыжий-рыжий конопатый, да? Вел дедушка лопатой. На тебе, оцелота. Добра тебе. Добра тебе, мил человек. Динамит тебе, друг мой. Ой, он обиделся и ушел. Где мой оцелот? А, есть? О, на целом есть, отлично. Да. Ну что, мы заканчиваем на этом. Да? Пока-пока. Всем спасибо. Всем пока.